Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала! Сегодня я расскажу вам о новой игре по аниме Наруто Ninja World Go. Сейчас мы находимся на официальном сайте этой игры. Как мы видим, у этой игры очень много, прям очень много серваков. Самый первый — это Шукаку. А вот как раз таки официальная группа Ninja World Go в ВК. В этой же группе мы можем скачать эту игру, как я собственно и сделал. Ссылочка на группу в описании под видео. Так, приступаем к самой игре. Главное меню достаточно простое. Так, вводим пароль и попадаем в мир Наруто. Ну вот мы попали в этот чудесный мир. Материал для зрителей старше 12 лет. Так, давайте тут побегаем по этой Конохе. Ну тут деревня достаточно маленькая, так что ничего интересного. Сакура! Сакура-чан! Ладно, это я так прикалываюсь. Ух ты, тут наемники пожаловали. Ну, кто смотрел Наруто, тот меня поймет. Ой, мы тут в магазин попали. Ну, давайте что-нибудь купим тогда. Так, заходим, смотрим, сколько у меня частей еще осталось. Так, 75. Ну, еще 5 осталось, совсем немного. Итачи! Ну так, пройдемся по персонажам, достаточно хорошо все проработано, все голоса, так красиво все сделано. Так, сейчас заменим пару персонажей, прокачаем их. Позже я расскажу вам в следующей части, зачем это вообще нужно. Ну, качнуть персонажа можно с помощью читерства Блица. Хотя, почему я назвал его читерским? Ведь он просто, он встроен в игру, это доступно. Ну, чтобы восстановить энергию, нужно съесть лапши. Вообще, в первом сезоне Наруто, и в самых его первых сериях, Наруто ел лапшу в обычных упаковках. А в этой игре он сразу же поднимается и ест тарелки. Так, а теперь перейдем в режим башня ниндзя. Тут мы сражаемся постепенно. О, это с первого уровня типа все. Наверное, вырубим с двух ударов, максимум с трех. Вот я не знаю, вам будет интересно смотреть, как они сражаются или нет. Если что, напишите об этом в комментариях. Я могу сделать фул видос, где чисто будет сражение в башне. Ну что ж, ребят, я думаю, для первой части этого достаточно. Давайте подойдем напоследок к Итачи, и он скажет вам пока. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do.